На данный момент вся Москва только и говорит об этой трагедии, друзья. Звезды шоу-бизнеса не хотят в это верить. Родственники что-то умалчивают и не хотят ничего рассказывать. Сегодня вся Россия окутана этой новостью. Всем нам сообщают о том, что вчера вечером пропал без вести всем известный советский российский актер театра и кино Эммануил Виторган. Со вчерашнего вечера он ни с кем не выходит на связь. Его родственники уже обыскались его. По месту жительства его нету, мобильный телефон отключен. Его автомобиль находится на стоянке возле дома. Что произошло с актером и куда он подевался, никто не знает. Родные сообщают о том, что сегодня рано утром у него была запланирована серьезная встреча. Но она, к сожалению, так и не состоялась, ввиду того, что актер на нее не прибыл. Следите за новостями, друзья. На данный момент сотрудники полиции занимаются поисками данного актера. Уже завтра рано утром подробности этой трагедии появятся на нашем канале.